Взаимная ответственность для стабильной работы и развития предприятия на заводе «Запорожогнеупор» подвели промежуточные итоги выполнения коллективного договора. Документ образца 2013 года, и это не раз подчеркивали накануне работники «Запорожогнеупора», вывел отношения руководства и трудового коллектива предприятия на качественно новый уровень. Репортаж наших корреспондентов. Рынок огнеупорных материалов переживает не лучшие времена. Однако ориентированность на запросы клиентов, расширение линейки продукции и повышение ее качества позволили «Запорожогнеупору» нарастить свою долю на рынке Украины с 36 до 38%. С начала года «Запорожский огнеупорный» отгрузил покупателям 58,5 тысяч тонн продукции. Это меньше, чем ожидалось, но хороший результат, учитывая общемировые негативные тенденции. Впрочем, несмотря ни на что, все положения коллективного договора на «Запорожском огнеупорном» выполняются. Сегодня мы, рассмотрев коллективный договор, понимаем, что практически все пункты у нас в полной мере выполняются. Мы видим положительную динамику. У нас выросла зарплата на 5%. Мы обеспечили всех новой качественной спецодеждой. Мы выполняем все наши гарантии по оздоровлению, по выплатам премий, по дополнительным льготам нашим ветеранам, пенсионерам. Поэтому сегодня это правильно, что мы подвели итог. Мы понимаем, куда мы движемся. Мы, если есть даже какие-то шероховатости, их исправляем в оперативном порядке. И самое главное, что у нас сегодня есть открытый диалог. Выполнение коллективного договора – дорога с двусторонним движением. От каждого работника завода зависит его стабильная работа в условиях нестабильного рынка. С начала года переобучение прошли 577 сотрудников «Запорожогнеупора». Это почти треть коллектива. На предприятии внедряется принцип бережливого производства, налажена работа групп непрерывного совершенствования. Особое внимание – вопросам производственной безопасности. В ходе собрания руководители и работники «Запорожогнеупора» обсудили и одобрили изменения к правилам внутреннего распорядка завода. Вопрос очень серьезный и важный, и он настолько жесткий и требовательный, что считаю, что каждый член профсоюза и комиссия правком по охране труда должны сделать все то, чтобы человек, придя на работу здоровым, и ушел с работы тоже здоровым. Я думаю, что у нас это обязательно получится. Акт о выполнении коллективного договора «Запорожогнеупора» по итогам полугодия был утвержден. Представители профсоюза и руководство предприятия уверены, положения документа будут выполняться и впредь. Следующее собрание по вопросам колл-договора состоится уже в будущем году.